На одной волне с городом. Радио Болтком. Мир не изменится, если мы не начнем с себя. Добро не появляется из воздуха. Его кто-то должен сотворить. Вместе мы это можем. Каждый вторник в 16 часов в эфире Радио Болтком. Программа «Зеленая лампа». А те, кто без нас не справится с бедой. И для тех, кто хочет помогать. Включи зеленую лампу, сделай звонок на благотворительный телефон. И подари надежду. Телефон для благотворительных звонков. 9-300-63-84. Плата за звонок 1 евро 42 цента. Доброе утро всем, кто нас слушает. Сегодня вторник, традиционный день добрых дел на Радио Болтком. И в эфире программа «Зеленая лампа», которую веду сегодня я, Рита Трошкина. Мы сегодня помогаем, включаем зеленую лампу для 4-летнего мальчика Никиты из Краславы. Телефон для помощи традиционный 9-300-63-84. Чуть позже я расскажу историю Никиты. И очень с большой радостью хочу вам сообщить, что с нами сегодня вместе включать зеленую лампу наша гостья, гордость Латвии, с нами сегодня Инга Кална, наша знаменитая оперная дива. Инга, доброе утро. Доброе утро. Слышите нас, да? Нормально связь? Да? Ну, у нас есть, да. Мы вот нам удалось найти Ингу. Она не в Латвии, она в Гамбурге. И вот мы сейчас по связи, такой интернет-связи, онлайн-связи, будем говорить о новостях Инги, о музыке, обо всем хорошем. Ну, представляет, наверное, специально нашу гостью не нужно, все ее знают и все ее слышали. Это знаменитая оперная певица. Я просто несколько слов буквально все же скажу. Она выступала на самых прославленных сценах мира. Была солисткой латвийской оперы, солисткой гамбургской оперы. И Инга – обладатель, лауреат 5 больших музыкальных призов, главных музыкальных призов Латвии. Да, Инга? Наверное, вы рекордсмен в этом плане. А я не знаю, по-моему, вот до сего года так было, по-моему, Элина Гарнча меня наконец-то догнала. Догнала, мне да. Так кажется. Я не знаю. Мне кажется, я не знаю, я как бы не считаю чужие трофеи. Да. Но нам кажется, что это все равно такой абсолютный рекорд. Вы первая его достигли. И также в 2017 году Инга Кална была награждена орденом 3 звезд. Инга, у вас 31 опера в перечне на вашей страничке на музыкальном сайте. И 32-я оперная партия была вами спета буквально недавно в Афинах. Мы просто вот по горячим следам, да, вот давайте с этого и начнем. Что только что, вот буквально недавно вы в Афинах исполнили очень интересную партию на премьере торжествующей Юдифи, Вивальди. Расскажите, пожалуйста, что это, как вы попали в Афины? Ну, когда вы заговорили вот мы о том, что вот мы связались через онлайн, через интернет, я думаю, вообще, что бы мы сейчас делали без интернета, да, в наше время, когда половина учреждений закрыта, половина работает непонятно по какому ритму, и неизвестно, когда квартиры откроют. Совершенно неожиданно получилось вот это вот мое участие в постановке торжествующей Юдифи Вивальди. Дело в том, что отменилась постановка, возобновление постановки диалога кармелиток в Латвийской национальной опере. Я должна была выходить в дебютную себя роли мадам Ледуан в диалогах кармелиток. И благодаря тому, что у меня освободилось окно, совершенно неожиданно получилось его занять, потому что по вот ужесточившимся нормативам перемещения физических лиц из-за карантинных мер, та певица, которая должна была петь эту партию, она просто элементарно не смогла приехать. И зная, что мы как бы с ней очень часто делим вот эти партии, и мне предложили вот поучаствовать в этом спектакле, в этой постановке, чему я была очень обрадована, конечно.
Потому что последний спектакль, настоящий спектакль на сцене с оркестром в костюмах, я пела 31 октября. И с тех пор никак и ничего. А что это был за спектакль и где? Спектакль тоже одна из моих любимейших партий, партии в предпоследней опере Моцарта, так сказать, скажем, последняя его опера-серия «Милосердие Тита». Партия Вителли, я ее очень люблю, она очень непростая, очень специфическая, и вот, наверное, скорее за ее специфичность я ее так и люблю. И вот буквально мы спели один спектакль, премьерный спектакль, на следующий день, 1 ноября, нас всех в Германии открыли. И вот дожидаемся, когда, наконец, вот этот железный занавес поднимется, и железный, и, собственно, занавес поднимется на сценах, что мы сможем, очень дожидаемся того момента, что мы, наконец, сможем выйти на сцену, наконец-то заняться тем, чем, что мы делаем лучше всего. Да. Ну, пока как и все это откладывается, и вот буквально пришел мне неделю назад, пришел очередной email, что спектакль 11 мая, который для меня сейчас был запланирован, он, к сожалению, тоже отменен. Ну, надежда на 28-е, но там дальше будет, никто не знает. Поэтому вот эта вот постановка точно была для меня оазисом. Мы все очень ждем перемен к лучшему и понимаем, как тяжело артистам без этого. А расскажите немножко про Афины. Как там все это происходило? Какие были меры предосторожности? Ведь там же зрителей тоже не было, да? То есть это была запись премьеры? Значит, доступ... Удивительно, конечно, во многих государствах, например, как в Германии, театры идут в обход правил, которые спускаются руководством, спускаются сверху. То есть каким образом идут в обход? Театры идут таким образом в обход, что они делают постановки и снимают генеральную репетицию. Республики, снимают генеральную репетицию, ее транслируют или вживую, или монтируют и потом выкладывают специальным линком онлайн. Здесь в Греции несколько иначе, то есть спектакли могут идти, но публика к ним не допускается, поэтому мы играли перед залом. Вместо 4 спектаклей, как бы оговорено в контракте, мы сыграли 2. Это тоже интересно. Контракт, ну, по формулировке. Когда вот мы читали с мужем этот контракт, каким образом он сформулирован, он всегда, он когда читает мои контракты, всегда говорит: ах, хитрые черти. И тут он говорит: надо же, хитрые черти, как быстро среагировали. То есть там есть специальная клаузула, нет... вот этих регламентов, касаемых COVID-19 и всех правительственных мер, которые применимы ко всей этой ситуации, что если по вине мер, принятых правительством, или же возникшие из-за ситуации карантинный театр не в состоянии будет выполнять свои обязательства, то компенсация нам не положена. То есть, получается, 2 спектакля мы отыграли, а за остальные 2 спектакля компенсация нам не положена. Но тут, как говорится, не даже рубить бы жилу. В данном случае мы уже рады, что мы смогли и 2 спектакля отыграть вместо 4. Но... ситуация, конечно, двоякая, потому что вот прозвучало сейчас буквально, что как нам, артистам, тяжело без театра. Дело ведь не в нас, не только в нас, артистах. Театр существует не для артистов, театр существует во многом
для публики. Театр существует не в основном для того, чтобы люди, которые ищут вот такого соприкосновения с искусством или вообще вот такого специфического состояния души, специфического погружения в музыку, в литературу, для того он существует, чтобы удовлетворить вот эту насущную потребность человека в искусстве, потому что, как я уже однажды как-то тут говорила, я говорю, последний год буквально вот этот карантин недвижимый, когда мы не могли ни работать, ни практически, как бы просто остановился весь наш творческий процесс, как бы вся наша жизнь, говоря очень таким простым, лапидарным, грубым языком, происходила в таком совершенно заколдованном квадрате. Кровать, холодильник, телевизор, туалет. И из этого заколдованного квадрата как бы вот нет возможности выйти. И как бы не то, что, не только мы не можем работать, развиваться и каким-то образом делать то, что мы делаем лучше всего, и делать то, чему мы как бы посвятили всю свою жизнь, все свое существование. Но и те люди, которые считают вот то, что мы делаем, частью их интеллектуальной, эмоциональной жизни, очень активны и загнанные в этот заколдованный квадрат, конечно, это жестоко, да. Да. Как сказать, музыка дает тот скрипичный ключ, который, может быть, хотя бы на какое-то время может из этого квадрата нас вывести, да, открыть немножко. Потому что вот как вы считаете... Кому какой ключ? Кому скрипичный, кому басовый, кому альтовый, кому сопрановый, вот кому ключ нужен, ведь эти ключи уйма. Хороший образ такой получается. Как, чем вас порадовали Афины? Там весна? Афины, вы знаете, чем меня больше всего порадовали Афины? Во-первых, я вообще товарищ, который ездит только тогда, когда мне нужно по работе. То есть как бы все мои путешествия всегда были связаны с профессиональной деятельностью. Очень редко я куда ехала, только вот чисто с какой-то такой туристической изменения, гонимая собственной любознательностью. И, как правило, если я вот куда-то ехала, я ехала из-за мужа, потому что ему нравится ездить, ему нравится просто путешествовать ради путешествий. Так вот, в Греции я дожила, так сказать, до вполне такого солидного возраста, я не была ни разу. Поэтому я была вот первый раз, и поэтому у меня не только дебют, то есть вот первый раз я пела эту партию, не только новый театр, не только это, но и, так сказать, первое пребывание в стране, которая все время почему-то обходила стороной. И первый раз, например, я увидела очень интересное такое... Многие, наверное, будут смеяться, но для меня это было как очень совершенно таким стало откровением. Цветущие апельсины, лимоны. Как раз прекрасно. Вот весна, да. В марте, в апреле, как бы, да, эта пора уже сходит на нет. И я первый раз была вот в стране с какой-то средиземноморской, как раз в тот период, когда цветут апельсины, лимоны, потому что, например, я была в Испании. Но в Испании я была уже в конце апреля, начале мая, или там в... Там уже плоды, наверное, зрели. Да, в мае. Да? Эта пора уже давно прошла, и, так сказать, все расцвели. Вот, и это совершенно необыкновенное зрелище этих цветущих апельсинов и лимонов. Видите ли, я продукт... северных широт. То есть у нас деревья или цветут, или плодоносят одновременно. Но чтобы... Первый раз в жизни я увидела одновременно плодоносящие и цветущие деревья. Поскольку я всегда мыслю такими
театрально, не знаю, какими-то такими художественными категориями. То есть это как бы невеста и мать в одном лице. То есть как-то совершенно... Красиво, да. Необыкновенное, да, необыкновенное зрелище, не говоря о том, что это какой-то совершенно мрачительный аромат и вообще... Красота неимоверная этих оранжевых апельсинов и нежнейших белых благоухающих цветов. Этот запах становится совершенно отряющим ночью, поздно вечером и ночью. Просто вот самое, скажем, вот это сильное впечатление, которое меня... Порадовали вас, Афина. Когда... Скажите, пожалуйста, Инга, когда мы можем услышать и посмотреть премьеру, вот эту вот вашу оперу, вашу торжествующую Юдивь? На канале Мэтца ее будут показывать, а когда, вы знаете? Нет, этого не знает никто, потому что у канала Мэтца в данный момент, они вообще большие молодцы, потому что они... как бы не то, что приходят на помощь, но они видят это как свою миссию, они помогают вот такой вот поддержкой многим-многим театрам и таким образом позволяют знакомиться с широкой публике с тем, что в буквальном смысле этого слова остается за занавесом. И поэтому сейчас они, конечно, монтируют и материал отснят, но когда они это смонтируют и когда этот материал будет готов, я сказать не могу. В принципе, это задерживается на несколько месяцев, причем на 3-4 месяца. Mm-hmm. Как быстро они справятся или расправятся с этим материалом, я сказать затрудняюсь, но когда действительно этот материал будет в свободном доступе, нам поступит информация, и я тогда ее... поделюсь, скорее всего, на страничке в Фейсбуке. Мы будем ждать. Но, в принципе, на странице канала Мэтца, mm-hmm. это тоже видно, они там публикуют информацию о новинках, и анонсируют свои какие-то новые материалы, так что самым разумным было бы... периодически. Мы будем ждать и обязательно проинформируем наших радиослушателей, когда это будет. Я хочу напомнить, что сегодня Инга Калная, наша оперная дива, она помогает нам включать зеленую лампу для 4-летнего Никиты Пастуховского. Мальчик с мамой живет вдвоем. Это маленькая семья, очень-очень любимый долгожданный ребенок. Они жили в Краславе, сейчас переехали в Даугавпилс, чтобы можно было лечить Никиту, потому что у него диагностирован аутизм, задержка речи, он не говорит и не играет в игрушки. Ну, там очень много сложностей со здоровьем. Подробности написаны на сайте MixNews.lv в рубрике «Зеленая лампа», статья с фотографиями. И мама очень хочет сделать все возможное, чтобы вытащить ребенка из болезни, из этой, и помочь им некому. Но она обратилась в Санкт-Петербургский институт мозга, где, изучив документы малыша, врачи сказали, специалисты сказали: приезжайте, мы попробуем диагностику провести очень подробную. Это очень хороший институт, очень сильный. И они специализируются именно на таких нарушениях мозгового там развития и аутических нарушениях. И подберут ему специальную систему лечения и какие-то лекарства. И вот на эту цель мама просит нашей помощи. 3-недельный курс в Санкт-Петербургском институте мозга стоит 4250 евро. Это вместе с дорогой. Еще раз хочу повторить, что мама с мальчиком живет одна. Она учительница, она больше 20 лет проработала в школе. И сейчас она не может работать, потому что не с кем оставить мальчика. Его надо постоянно возить на какие-то занятия, постоянно на процедуры. И поэтому помощь им не помешает. И наш телефон 9306384, евро 42 цента за звоночек, работает всю неделю до 4 мая для маленького 4-летнего Никиты. А счет помощи, если кто-то может помочь там чуть больше, открыт в благотворительном фонде Be Open, и тоже его можно найти, этот счет, в нашей статье на сайте MixNews.lv.
Мы сейчас через буквально через пару минут продолжим. Сейчас небольшая рекламная пауза, и мы продолжим разговор с Ингой Калной. Радио Балтком. Слушайте Радио Болтком. Мы продолжаем программу «Зеленая лампа». Напоминаем, что наша гостья оперная дива Инга Кална. Я хочу только два слова сказать спасибо всем радиослушателям и читателям наших страниц за итоги предыдущей недели. Мы помогали с вами 25-летней Беатрисе справиться с очень тяжелой болезнью. И вот мы с радостью сообщаем, что собрано за две недели было 61 607 евро. Представляете, это огромная цифра. Прям низкий поклон всем и каждому. И было сделано 5323 звонка на благотворительный телефон. Это вот 5000 человек просто взяли и позвонили. Акция продолжается, потому что еще не полная сумма для лечения Беатрисы в Израиле собрана. Поэтому просто следите за нашей информацией. Еще раз всех благодарим. Напоминаю, что с нами сегодня Инга Кална, и мы очень ей рады. И вопрос вот такой к вам, Инга. Вы пандемический год, конечно, сложности, и все это очень тяжело, печально и грустно, но вы за этот год записали сольный альбом. Расскажите, пожалуйста, про этот альбом. Вы объединили музыку Штрауса с двумя нашими латвийскими композиторами. Ну, в принципе, что такое этот альбом? Этот альбом – это запись нашего концерта, как, не запись наших, а программы нашего концерта 2016 года. Mm-hmm. То есть как бы самой программе довольно много лет. И играли мы ее с моей подругой, совершенно гениальной пианисткой Дианой Кетлер, не один раз, и программа эта успела вызреть, и она успела как бы настояться. Mm-hmm. И действительно, в принципе, диск в буквальном смысле этого слова пандемический, потому что вдруг, то есть как бы хотели записать много давно, и как бы идея ее записать на столетие Латвии была. Но в силу ряда причин, как обычно, я буду об этом распространяться, то есть причины могут быть очень разные и всякие, но финансовую поддержку этот проект получил сейчас, и как нам буквально позвонили в начале июля, спросили девки, вот такое дело, mm-hmm. мы получили финансовую поддержку для этого проекта, когда вы можете его записать. И получалось так, что по тем датам, которые у нас были свободны, с Дианой мы перекрещивались буквально через 10 дней, поэтому или сейчас, mm-hmm. или в декабре, нет, в декабре нам нужно. И поэтому мы сказали, хорошо, тогда записываем. Сейчас, и хорошо, что мы сказали сейчас, потому что в декабре бы мы этот диск не записали по той ситуации, которая была в декабре с запретами на, так сказать, на путешествия и так далее. На передвижение, да. И на карантинное ужесточение. И буквально мы ее записали вот за 4,5 дня на эту программу. И она как бы действительно такая эссенция такая пандемийная, потому что и даже с эстетической точки зрения внимательный слушатель услышит, что
как бы те импульсы, которые на нас действуют, той жизни, которую мы видим, это как бы очень такое интровертно-наблюдательный вообще такой подход. То есть мы как бы смотрим на жизнь, на все, что в ней происходит, через окно. То есть мы как бы не напрямую в ней участвуем, а это как бы такое наблюдение за тем, что было, за тем, что будет, за тем, что есть, но не прямое. Это как бы такая очень интересная... Отстраненность такая. Да-да, такая особенность, поэтому... Поэтому есть в эстетике этого диска такая отстраненность, но эта отстраненность, опять же, как бы черта времени, в которой этот диск был записан. Я думаю, потом, спустя, там, не знаю, какое-то время, будет очень интересно именно с этой точки зрения покопаться и вообще, потому что мы же не живем в вакууме, мы не живем в вакууме, мы... Недаром говорят, что театр – это как бы зеркало нашей жизни, и не только театр, любой артист, он как бы, вот говорят, как акын, что вижу, то пою. И вот мы, как акыны, воспели то, что увидели через окно, находясь в широком смысле этого слова, взаперти, в карантине. Поэтому такой очень, с этой точки зрения, очень интересный диск получился. Ну, Инга... Как документ, вот, действительно, документ этого времени. Простите, я вас перебила. Диана Кетлер, знаменитая пианистка, она ваша подруга близко, и она, насколько я понимаю, помню, крестная вашей дочери, да? Совершенно правильно. Да. А расскажите, пожалуйста, ваша дочь Лидия, а сколько ей лет, и почему, кто дал ей вот такое редкое имя сегодня? Нашей дочери 16, ей в июле исполнится 17 лет, то есть она большая барышня. Дали ей имя мы с мужем, то есть когда мы ее ждали, выбирали имя, мы хотели что-то такое, что, с одной стороны, назвать ее таким именем, которое, с одной стороны, интернациональное, как практически во всех европейских языках, но при этом что-то не слишком избито, потому что, например, вот сейчас вот, очень, например, какие-то вот такие популярные имена, получается, что в каждом классе по 4 Максимилиана, да. по 3 Юлии, там, сколько-то там Марии, еще чего-то. Да. То есть мы хотели как-то из этой ситуации немножко этой ситуации избежать, и вот остановились, хотя я была уверена в том, что... Я была, откровенно говоря, очень уверена, совершенно уверена в том, что я жду Феликса. Да. Я была уверена, что у нас... А малышка, нет, никакой это не Феликс, это Лидия. Сразу знал. Вот оказалось, что он прав. Вот, ну, дивная у нас совершенно дочка, очень такая вдумчивая, острая на слово, ироничная, такая... темпераментная такая, как бы моя покойная бабушка бы сказала, такая породистая девочка. Вот. И очень-очень, я, конечно, очень счастлива, что она в нашей жизни есть, потому что это такая совершенно словами неописуемая грань и вот такой фактор жизни как дети. И поэтому вот сейчас сегодняшняя вот эта тема об этом мальчике, 4-летним, который вот так вот страдает, и могу сказать, как мать, ничего не может быть в жизни ужаснее, чем больной ребенок, которому ты сам не можешь помочь. Это абсолютное состояние беспомощности и отчаяния. Поэтому я очень рада, что мир полон отзывчивых людей. Я очень надеюсь, что этому мальчику помогут.
Спасибо вам за поддержку. И действительно, так и есть. Как-то сердца даже больше, наверное, открываются в периоды вот такие тяжелые, как сегодняшняя наша пандемия. В этой семье еще там так, такая семейная была трагедия. То есть папа мальчика ушел, когда ему был годик, и мама осталась совсем одна. Инга, мы перечитали очень много рецензий и откликов в профессиональных журналах на ваши выступления. Они, конечно, все восторженные. Это и The Guardian, и The Times, и Opera Today, и российские музыкальные журналы. Ну вот меня лично поразила вот такая одна фраза. Когда вы исполняли партию Марии Стюарт в Московской, по-моему, филармонии, да? Это было. Да. Значит, у вас там такое соперничество. Две королевы на сцене, и вот вы были Мария. И после этого кто-то из критиков написал, что разное было исполнение. У счастья другой звук, чем у ненависти. И вот для всего, для этого и создан голос Инги Калны. То есть ваш голос создан для счастья. Очень красиво. Приятно, очень приятно. Я не помню конкретно, знаете, вообще память, она очень избирательна. Я, как правило, запоминаю критические моменты, моменты, которые заставляют меня задуматься, потому что это значит, кто-то уловил что-то, а чем я еще могу поработать и где я могу половить блох? Потому что самое большое богатство – это возможность развиваться, это возможность отполировывать, скажем, то, что еще не блестит и что еще не совершенно. Поэтому, ну, понимаете, я опять же говорю вот про наш диск «Das Rosenband», вот, как его переводят на авторский язык, что вот что Диана, что я говорю, мы как акыны такие, что вижу, то пою. Так вот, любой артист, он акын, потому что действительно то, что нам близко, то, о чем мы думаем, то, что составляет квинтэссенция нашего восприятия, нашего какого-то эстетически философского взгляда на жизнь, то, что мы верим, то, что мы звуки пропагандируем, так оно все и звучит. Вот мы одно время с мужем говорили на эту тему, он говорит, ну хорошо, вот я понимаю, певцы, у каждого, так сказать, свой голос. Но как может быть такое, что несколько пианистов садятся за один тот же рояль, его не настраивают посредине, ничего с ним не делают. И при этом вот этот один и тот же, он говорит, ящик со струнами и молоточками под руками каждого пианиста звучит иначе. Он говорит, объясни мне, в чем там... Да, вот в чем, объясните нам. Секрет. А я думаю, что секрет вот в духе того и в душе и в уме того, кто за этим инструментом сидит. Потому что что это? Это пространство, которое вдруг наполняется звуками, это пространство, которое резонирует на наши мысли, на наши чувства при помощи вот этих механических раздражений. Все в целом, да? Все равно здесь есть какой-то момент мистический. Все равно здесь есть какой-то момент, скажем, вот на 90% это все равно все зависит от тебя. Это зависит от тебя, как ты работал, как ты, сколько ты в эту работу вложил душевных сил, мыслей, времени, умения и так далее. Но существуют эти божественные 10%, которые могут быть. Вот в чем еще все, что интересно. Их может и не быть. Но существуют вот эти божественные 10%, которые от тебя не зависят. В которые включается что-то такое, к чему, о существовании чего ты только догадываешься.
Но как бы материально этому подтверждения нет. Но он придает смысл жизни, правда? Да. Да, совершенно верно. То есть каждый там может называть своими именами, но вот что-то есть помимо нас, что включает тоже в общую работу. Что нас поддерживает. Хорошо, Инга, вот мы обещали спросить нашим радиослушателям и читателям наших страниц, спросить у вас про счастье все-таки, что это такое, как вы это понимаете. Вопрос, конечно, вы понимаете, что глобальный, и на него ответа нет, по большому счету, но раз у счастья особенный звук, и эти звуки созданы для вашего голоса, вы должны как-то ответить нам. Моменты счастья для вас что составляют? Понимаете, вот такое вот философское понятие – счастье, любовь, смысл жизни. На них очень трудно ответить, потому что… Невозможно. Я не знаю. Вы знаете, я не такой мудрец, но дело в том, что это такое многокомпонентное понятие. Вот многие говорят, что такое счастье? Это когда ты утром просыпаешься, у тебя ничего не болит. Угу. Понимаете, вот тоже, вот утром просыпаешься, у тебя ничего не болит. Вот утром просыпаешься, и ты понимаешь, что встает солнце, и это от тебя не зависит. Вот утром просыпаешься, вот я утром просыпаюсь, я вижу профиль мужа. И я безумно счастлива, потому что это как бы его присутствие в моей жизни, как бы, ну, от меня, конечно, зависит, но так, опосредованно, Понимаете, тоже, что такое счастье? Ну вот облака, ветер, дождь, есть такое, и я могу это видеть. Или я могу запах этого дождя почувствовать, или звук музыки, или шелест ветра услышать. Понимаете, счастье – это то, что, ну, в моем понимании, это то, что от нас зависит мало. То есть… Это то, что нам даровано, что мы в состоянии увидеть и слышать каким-то образом, обонять или воспринять каким-то образом. Но это что-то всегда нематериальное. Это нематериальное. Счастье – это, не знаю, счастье – это не колье с бриллиантами. И, не знаю, и не Мазерати какого-нибудь там навороченного цвета. Счастье – это что-то, что есть, но этого может не быть. И осознание того, что ты это видишь, слышишь и понимаешь, вот оно счастье. Ну вот эта формула счастья, да, то есть, как вы сказали очень правильно, сопранный ключ, наверное, да, к счастью вы сейчас нам дали. Сопрановый. Нет, действительно, это никакая не шутка. Это не шутка. Вот в старой вокальной музыке, например, вот там Орландо Ди Ласто или там, не знаю, Джезуальдо. В старой, и не только вокальной, но в принципе в старой музыке было много-много-много ключей. Ну как, басовый ключ до сих пор сохранился. Есть, например, баритоновый ключ, есть теноровый ключ, который утерянный, практически не используют. Есть сопрановый ключ, который тоже практически не используют. Единственный ключ, который остался вот из старинных ключей в обиходе сейчас, и в котором написана вся альтовая музыка, это вот альтовый ключ. Mm-hmm. Ну и остался так называемый скрипичный ключ, что сейчас все это портирует. Если открыть современную оркестровую партитуру, то, как правило, там только три ключа, басовый, скрипичный, альтовый. Ну, за исключением, бывает, в виолончельных партиях тоже используются старые ключи, но очень-очень редко. Так, то это как бы не форма, а речь. Ну, хороший образ одновременно, да, и суть, и образ. Инга, вот вы в своих интервью довольно часто цитируете мысли своей мамы. Какие основные вот такие жизненные уроки вы от нее взяли, получили и запомнили? Мама и бабушки, кстати. И бабушки. Да, совершенно... Абсолютно незаурядная женщина, да, абсолютно незаурядная женщина, что мама, что бабушка, совершенно многому, очень у меня научившими.
Мама, ну что, мама это всегда была вот моим, говорите, сопрановым, но вот вам таким путеводным ключом в моем, так сказать, музыкальном восприятии. Мама моя была, и она всегда как бы совершенно вот, походя и ненавязчиво, она очень многому меня научила в том, что просто как бы она показала мне ориентиры, как строить кульминацию, что такое кульминация, как ее подвести, какой спад кульминации. Ну, будучи композитором, будучи музыковедом, она очень увлечена была и погружена в форму, как она создается, как она ощущается. И тоже, когда я сама занималась композицией, она мне все время говорила, математический материал должен быть безупречный, она говорит, ты можешь навалять в разработке, можешь неумело работать с материалом, но тематический материал, начало и конец произведения должны быть безупречными. И удивительным образом, действительно, я всегда очень... так ревностно отношусь к заключительным фразам, к начальным и заключительным. Пожалуй, это самое-самое важное, что я вот из ее вот каких-то таких воззрений, что вот как бы переняла, так отношусь так, не то что предвзято, но с большим таким критически настроенным подходом. У нас уже программа, к сожалению, так быстро подходит к концу, еще там 150 вопросов, которые мы не успели обсудить. Придется, наверное, еще раз просить вас как-то вы когда-то выйти на связь, отдельно большое интервью еще с вами сделать, потому что очень интересный вы собеседник. И напоминаю... Если позовете, обязательно. Обязательно позовем. Напоминаю, что Инга Кална сегодня помогает нам включать зеленую лампу для 4-летнего малыша Никиты из Краславы. Ему очень нужна помощь для лечения, для диагностики и лечения в Петербургском, Санкт-Петербургском институте мозга. Телефон 9306384. Это возможность сделать один маленький звоночек, €42 совсем, да меньше, чем стоит чашка кофе сегодня, и отправить свои добрые мысли и какую-то маленькую сумму, которая соберется в большие, большие деньги, и это поможет мальчику, мы надеемся, что это поможет мальчику выздороветь, а мама в это верит. Инга, вот осталось буквально 2 минуты, мы вас благодарим очень за сегодняшнюю беседу. И раз уж вы сказали только что, что придаете значение заключительным фразам, вот мы вам предоставляем слово сейчас сказать что-то очень важное. Это по Штирлицу, да? Да, запоминается последняя фраза. Я хочу сказать только, скорее всего, одно, что важно для меня тоже. В какую бы яму мы ни попадали, в какую бы черную, так сказать, депрессивную лужу мы не упали лицом, лужа высохнет, из ямы мы выползем. Это закончится. И самая темная ночь перед рассветом. Я очень верю в то, что всегда... Если бы я в это не верила, я не знаю, мир бы для меня не был таким ароматным и прекрасным. Я верю в то, что всегда добро побеждает зло, как в любой старой хорошей сказке. И всегда, всегда в конце туннеля существует свет. И это та мысль, которая и помогла, осознание чего помогло мне вот в это долгое пандемийное время, которое, к сожалению, до сих пор не окончилось. И поэтому я желаю надежды, любви и, так сказать, вот веры в то, что добро побеждает зло. И желаю нашему сегодняшнему малышу, как бы виновнику зеленой лампы Никите, угу, большого здоровья. И всем мамам детей, которые болеют, надежды и душевных сил. Спасибо вам огромное. И вы должны всегда знать, что мы не просто вами гордимся, мы вас любим и будем очень рады вас видеть снова у нас в эфире. И хорошего вам дня, недели, месяца и скорейшего окончания
пандемических этих всех наших неприятностей. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Того же. Вы слушаете радио «Болткома».